Сейчас мы будем рассматривать международные правила по регистрации рака. На план презентации, зачем нам следовать международными рекомендациями. МКБО-3 мы уже дискутировали вчера. Мы будем рассматривать рекомендации ЕНСР для даты заболевания, другие рекомендации ЕНСР, рекомендации СИР, международная классификация злокачественных новообразований у детей и программы контроля и преобразования. Зачем международные правила нам нужны? Их соблюдение обеспечивает сопоставимость данных, полученных из разных регистров рака, определяют способы и методы кодирования данных по основным характеристикам, разработанные международными организациями после предварительного соглашения между ними. И это особенно важно, что национальные раковые регистры могут разрабатывать собственные дополнительные инструкции, которые должны соответствовать международным рекомендациям. Я уверена, я знаю, что у вас есть рекомендации для регистрации рака, но вы надо соблюдать, если они сопоставимы с международными регистрациями. Вчера мы говорили для МКБО-3, это стандарт для классификации и кодирования рака, и указывает, как кодировать топография, морфология, поведение опухоль и степень дифференциации. Дополнительно МКБО-3 предоставляет информацию для кодирования метода и подтверждения диагноза немикроскопический и микроскопический и множественных диагнозов в случае наличия более одного новообразования у пациента. Метода и подтверждения диагноза, показанные в этом таблице, они разделены микроскопические, немикроскопические и микроскопические. Немикроскопические – это клиничный метод подтверждения диагноза, клиническое исследование, специфичные туморные маркеры, опухолевые маркеры. Микроскопические – это цитология, хистология метастазы и хистология первичного опухоля. В дополнение вы можете использовать код 0. Это когда информация получена только из сообщения смерти. И код 9, когда неясно, как опухоль была доказана. Этот код не используется очень часто, потому что раковый регистр обыкновенно знает, как имеет информацию, как опухоль была как диагноза была подтверждена. При кодировании данных о диагнозе необходимо использовать результаты, полученные с применением наиболее достоверных методов установления диагноза, в частности, гистоморфологический анализ биопсических тканей. Если у пациента были использованы несколько методов для подтверждения диагноза, в базе данных вы надо использовать самый большой код. Это код «Хистология первичного опухоля». Если хистология не была проведена, тогда вы кодируете некоторые из немикроскопские коды для начин подтверждения диагноза. Я не знаю, вы используете эти коды в вашем регистре, в вашей работе, да? Тоже эти коды, не другие ваши, которые вы имеете. Специфические опухолевые маркеры – это маркеры, которые могут подтвердить диагноз, если хистологические исследования не
если диагноза не подтверждена гистологически, только специфические опухолевые маркеры. Эти маркеры могут использоваться для кодирования начина установки диагноза. Когда мы дискутируем множественные первичные опухоли, мы надо знать, какие правила используются для регистрации эти опухоли. Вполне возможно, что у человека может развиться более одной опухоли. Следует отличать новые случаи рака от случаев, когда у пациента наблюдается прорастание опухоли в окружающие органы и ткани, рецидив или метастазирование опухоли. Для расчета заболеваемости используются правила, сформулированные следующими международными организациями – правила МАИР и правила СИР. Они различаются, вы можете увидеть на этом графике, что если заболеваемость считана использованием правила СИР, это можно сравнить с если приложено и правило МАИР. Но теме посвящена специальная презентация, и вы будете рассматривать в детали правила кодирования множественной первичной опухоли. Трудности кодирования, связанные с множественной первичной опухоли, это две и более опухоли с различной топографией, определенные условия, характеризующиеся множественными опухолями. Лимфомы часто включают множество лимфоузлов или органов при диагностике. Две и более опухоли в разной морфологии, развивающиеся в одном органе, очаге. Одна опухоль с множественными очагами, что затрудняет определение первичного очага. Регистр должен выбрать правила, которыми будет пользоваться при обработке данных о множественных опухолях, и эти правила должны быть указаны при предоставлении данных. В вашей инструкции вы надо описать, какие правила вы используете при регистрации множественной первичной опухоли. Я увидела из вашей презентации вчера, что вы регистрируете прежде всего одна опухоль для человека или нет? Скажи как. На вчерашней презентации просто, видимо, промелькнул слайд о том, что мы фиксируем первичные опухоли, не в смысле первичные опухоли, и, естественно, несколько их может быть у одного пациента. И потом вот такой слайд был такой древовидный. Один пациент, от него несколько опухолей, и каждая опухоль лечится отдельно, тоже фиксируется лечение. Тут, конечно, в наших регистрах регистрируются все опухоли одного пациента, то есть один пациент, несколько опухолей. И какие правила вы использовали? Мы использовали правила как раз вот из той книги, на которую вы ссылались вчера, принципы и методы регистрации рака, принципы и методы. Вот того 91-го года в Таллине наши представители и нашего центра, и нашего института там были, и все это нам привезли. Собственно, то, что было изложено там, мы и как бы представляем в регистре. Если какие-то есть новые, ну, послушаем, может быть, и примем. Новые нет. Вот вы увидите в упражнении Марианы, она будет говорить более детали для этого. Ну, конечно, что-то новое происходит же в мире. Yeah, we have the neurals in the meantime. Да, были некоторые обновления правил регистрации множественных первичных опухолей. После перерыва на кофе мы это обсудим. Но хочу сказать, что та книга, которую вы упомянули, была переведена на русский язык в 1998 году. Сейчас она есть в PDF-формате, и вы вместе с материалами курса получите перевод этой книги тоже. И новое издание тоже готовится, но оно еще не было издано, не было опубликовано по-английски.
точно с дата заболевания, необходима при анализе общей заболеваемости, выживаемости больных, при распределении пациентов по возрастным группам. В качестве даты диагностирования первичного злокачественного заболевания принимается та дата, на которую проведена точная верификация диагноза. При определении даты и заболевания необходимо следовать международным стандартам, а именно международным стандартам, а именно рекомендация ENCR. Для первого события из шести приведенных ниже, происходящих в хронологическом порядке, должна быть выбрана в качестве даты и заболевания. Если в течение трех месяцев от первоначально выбранной даты происходит событие с более высоким приоритетом, то предпочтение отдается дате события с более высоким приоритетом. Это даты, нисходящий порядок приоритетов. Самая важная дата – это дата первого гистологического или цитологического подтверждения. Это, если эта дата неизвестна, тогда дата поступления в больницу по поводу злокачественной опухоли или дата консультации только в поликлинике. Вы знаете, что некоторые регистры используют хронологические даты. Для даты диагноза они регистрируют первая дата, связанная с это диагноза опухоли. Но если мы исследуем рекомендации ENCR, мы надо выбрать дату подтверждения опухоли, потому что она с более высоким приоритетом. Если у вас вопросы или комментарии для этого, вы исследуете эту рекомендацию или у вас есть другие рекомендации для даты диагноза? Нет, мы ничего не хотели, да, просто кивали головой, что да, используем как раз эти критерии. Совершенно, да, так. Да-да-да, в наших инструкциях, разработанных Нигерсона по заполнению, по ведению регистра, по ведению учета, это используется, учитывается, безусловно. ENCR имеет тоже рекомендация по регистрации злокачественных заболеваний крови. И при регистрации злокачественных заболеваний крови используются данные из документов, полученные от всех возможных источников. При получении сведений существует возможность зарегистрировать его как рецидив, как новое заболевание или как трансформацию в другое гематологическое злокачественное заболевание. Для хематологических диагнозов вы надо регистрировать все даты и все новые диагнозы при прослеживании каждого пациента с это заболевание. Это особенность при злокачественных заболеваниях крови, потому что они могут регистрироваться как трансформацию в другое гематологическое злокачественное заболевание, но эта трансформация – это не новая диагноза. Другие рекомендации ENCR вы можно увидеть и на сайте. Они для опухоли, для регистрации опухоли мочевого пузыря, для опухоли мозга и центральной нервной системы, для опухоли кожи, для методов диагностики, связанной со скринингом, для конфиденциальности при регистрации рака и короткая TNM-классификация для определения стадии развития заболевания. Все эти рекомендации вы можете рассматривать на английском.
Другой международный стандарт – это классификация для определения стадии развития заболевания. Самая классификация, которая используется чаще всего, это TNM-классификация. Но другие раковые регистры используют тоже короткая TNM-классификация, стадия обобщения, summary stage, коллаборативная стадия и другие системы стадирования, специфичные для различные опухоли. На сайте SEER, это американская организация для прослеживания заболеваемости рака, вы можете увидеть, какие инструкции они опубликовали для регистрации для раковых регистров. Это пример для международной классификации злокачественных новообразований у детей. Она основана на морфологии опухоли, локализации первичного очага с акцентом на морфологии, обособленной 12 групп с подгруппами. Она использует МКБО-3 коды и морфологии и коды и топографии. Вы можете увидеть, что левкемия разделена этими группами и при использовании этими кодами для морфологии и топографии. Вчера я услышала, что у вас регистр детских злокачественных новообразований детей. Можно вы сказать, какая классификация используете для регистрации? Кто говорил для регистра злокачественных новообразований у детей? Ну, вообще у нас используется регистрация не третьего, а второго пересмотра. То есть у нас наши морфологи дают второго пересмотра. МКБО-2. Вы не используете специальную классификацию для регистрации опухолей у детей? Ну, то, что нам дают наши морфологи, вот, мы это используем. Вот, ну, думаю, мы будем переходить на современные правильные регистрации. Хорошо. Но у нас здесь нет представителей сейчас Института детской онкологии из онкоцентра имени Блохина, но я знаю, что они начинали работу по ведению регистра вот, детского. Мы с ними, правда, договорились о том, что у нас будет единый все-таки регистр, и там будут как выборки вот такой детской спецификой. Пока, правда, я не знаю, на каком уровне там работа проходит, но, опять же, МКБО-3 мы не можем... Формально мы не можем пользоваться, пока она не переведена на русский язык. Поэтому это все понимаю. Как научные разработки там есть. А как для общего пользования, для выпуска, как бы для всей системы здравоохранения, формально не можем. Да, понимаю. Спасибо. Я хочу вам показать софтвер для конвертирования данных. Вы можете скачать его из сайта Международной ассоциации для исследования рака. Это софтвер, он бесплатный для использования. И вы можете увидеть инструкцию, как можно использовать этот софтвер. И не только конвертирует, но и проверяет качество ваших данных. Другой софтвер, который разрабатывается, это ENCR-GRC, программное обеспечение. Оно в стадии разработки, и оно будет предоставлять возможность проверить внутреннюю согласованность характеристик.
Это пример, как, что это значит, внутренняя согласованность характеристик. Для дата диагноза вы можно проверить, если кодировки для месяц 1, 3 до 12, если кодировки дни от 1 до 30, и какие годины. Потому что при регистрации происходит так, что кодировщик сделает ошибки, и с этим софтвер вы можно проверить эти ошибки и откоррегировать. Тоже вы можно проверить внутреннюю согласованность между характеристиками. Вы знаете, что у мужчины невозможно возникнуть опухоли женские органы, и у женщины не могут возникнуть эти опухоли, но ошибки случаются, и кодировщик можно использовать эти коды, которые неправильно кодируют у женщин. И с помощью этого софтвера вы можно проверить эту согласованность между характеристиками. Национальные раковые регистры могут разрабатывать собственные дополнительные инструкции, которые должны соответствовать международными рекомендациями, но также соответствовать требованиям по организации регистрации рака в данной стране. Я представила международные инструкции, но я думаю, что не все они приложимы в вашей ситуации. Вы надо выбрать эти инструкции, которые соответствуют ваше законодательство, вашей организации регистрации рака. Но важно, что все надо будет уписано на бумаге. И если новый регистратор начинает работу, он можно прочитать, увидеть, понимать, какие инструкции. Потому что очень часто инструкции ясные для того, кто работает больше, чем 10 год в регистре. Но если новый человек приходит, он ничего не знает. И надо иметь инструкции, рекомендации, прочитать, изучить, что осигурит сопоставимость и сравнимость работы. Я не знаю, есть ли у вас такие инструкции для работы в раковой регистре, подробные, какая дата на диагноза, какая классификация, как кодировать. Да? Есть. Хорошо. И баланс прежде всего, потому что международные инструкции много, но мы надо работаем в балансе. Вопросы? Все ясно? Хорошо.